В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят люди, на плечах которых всегда, и особенно в последние годы, большая ответственность. Те, кто бережет наше здоровье, спасает жизни. Медики. В преддверии даты имена четырех специалистов, которые вывели региональное здравоохранение на новый уровень, годами трудились на благо белгородцев, занесли на областную аллею славы медицинских работников. Это Лидия Петрова, заведующая первым педиатрическим отделением детской областной, Галина Нечипаренко, акушер-гинеколог перинатального центра больницы святителя Иосафа, а также Юрий Ильхман и Василий Семенюк, которых уже нет с нами. Аллея славы Белгородской области существует уже порядка 10 лет. Здесь всегда на аллею славы заносятся наши медицинские работники, которые вносят вклад в развитие, совершают подвиги во славу жизни. И эта традиция будет продолжаться. Мы в этом уверены, что всех, кто болеет своей работой, приносит вклад в развитие, совершает подвиги, должны все знать. Всего с 2016 года на областную аллею трудовой славы медицинских работников занесли 46 имен. Также перед праздником дипломами наградили 44 специалиста, чьи имена теперь на региональной доске почета Министерства здравоохранения. В их числе главный врач Губкинской детской больницы Елена Гришанова. В профессии более 30 лет. Работала педиатром, неврологом. Вот уже более 10 лет я работаю главным врачом различных медицинских организаций детских. Всегда говорила и говорю, что любить свою профессию – это великое счастье. И идя на работу, каждый день хочется делать что-то новое, хочется помогать, хочется приносить пользу людям. В этом я вижу призвание и далее буду трудиться на благо детства, на благо здравоохранения всей Белгородской области. Отметим, что доска почета Министерства здравоохранения появилась в этом году. Ее сделали дистанционной, чтобы транслировать на экранах в медучреждениях. Знать выдающихся врачей будет каждый пациент. Обновлять ее планируют ежегодно к профессиональному празднику.